Недалеко? По твоим меркам, это может значить еще миль 20. Помнишь, как тогда, в Перу? Ты хочешь поговорить о Перу? Что, неужели ты до сих пор злишься? Мне было 15, Салли. Если бы я знал, что ты доведешь меня до тюрьмы. Ты попал бы туда и без моего содействия. К тому же я тебя вытащил. Как всегда. Теперь сюда. Вот она. Прямо как у Лоуренса. Ну вот, а ты сомневался. Правда, оврага на карте не было. Недавно вырыли. Ладно. Поищем обходной путь. Это кто, Фавн? Сюда. Осторожно. Меня терзают сомнения. Это тот самый замок? Не похож он на обиталище крестоносца. Скорее, это Ренессанс. Опять ты ничего не прочитал, Салли? Основа этого замка была заложена в 11 веке, а после его надстраивали. Ненадежная конструкция. Твоя первая машина. Ну и ну. Оберн, 27-го года. Ага, а это что такое? Украшение. Вот пошлость. Хозяин замка барон Готфри был в крестовом походе в 12 веке. По Лоуренсу от первоначального замка остался прямоугольный донжон и сады. Именно там и следует искать то, что Готфри мог принести из Аравии. Смотрим. Тут не пройти. Если прямо в это окно? Нет, не хочу порезаться.
Ну ты молодец, парень. Скоро вернусь. Ну да, жду. Зараза, больно-то как. Эй, сюда, заперто. Отойди-ка, отстрелю замок. Смотри только поаккуратней с этим. Я не слепой. Ты как? Так, теперь нам надо выйти в сад. Там будет старый донжон. А, как все запущено. Не идет. Не откроешь. Треклятая балка мешает. Нужен какой-то рычаг. Сможешь влезть? Попробую. Помоги поднять. Вот так. Сработает. Осторожней. Тут все сгнило к чертям. Люстры вроде держатся на противовесах. Да, видимо, так их опускали, чтобы почистить. Смотри, там какой-то механизм. Есть идея. Неплохо. Да.
Ладно, поехали. Вот так! Есть! Порядок. Я вошел. А куда я вошел? Я сейчас. Автомат для попкорна? Теперь надо пробраться в башню. Эй, Нейт, прямоугольная башня. Старая. Да. Она есть в дневнике Лоуренса. Это она? Класс. Спасибо. Yeah.
Здесь можно пройти. Да. Да. Давай. Держу. Берегись. О, спасибо. Мы не этот символ видели на башне? Да, это наверняка неспроста. Может, тайный ход? В камине? Было бы слишком очевидно. Слишком просто. Странные какие-то доспехи. Вот, посмотри. Нейт, статуи можно повернуть. Они вращаются. Интересно. Что об этом пишет Лоуренс? Посмотрим. Да, вот, видишь? Четыре рыцаря. С секирой, щитом, мечом и Моргенштерном. Похоже, это они. Надо развернуть рыцарей в нужные стороны. Знать бы еще куда. Ну, тайный ход. Признаю, ты был прав, Салли. Так, я толкаю, ты тянешь. На счет три. В смысле, раз-два взяли или раз-два-три взяли? Просто тяни. Да. Нейт? Эй, ты живой там? Да. Живой вроде. Наверх я уже не залезу. Я пойду туда. До встречи на той стороне. Договорились. Ты там осторожней. Ладно. Надеюсь, выход тут есть. Откуда этот звук? Наверное, тут пролезу.
что за... Там свет. Это радует. Слава богу, выход. Думаю, я смогу туда забраться. Легче легкого. Они где-то здесь. Найдите их! Али там один. Он здесь! Ложись! Тебе конец! Поберегись. Не уйди. Трус! Ладно. Thank you.
Да у них тут целая армия. Спасибо за подарочек. Класс! Покажи! Ложись! Ух ты! Неожиданно. Сюда! Целая армия! Да, похоже, автобус приехал. Супер! Thank you.
тут целая армия! Да, похоже, автобус приехал. Проследили за нами. Как иначе? Вижу их. Вот так. Оттуда! Берегите! Берегись. Поберегись! Бежим! Салли, я один не справлюсь. Ладно. Ну, теперь куда? Не уверен. Может, спустимся? Посмотри. Это еще что? Это боец Толбота. Бывший. Но это невозможно. Они только явились. Но что с ним могло произойти? Не знаю, но мне это очень не нравится. Смотри, Сабейское письмо. Постою в стороне, чтобы ни на что не нажать. Хорошо. Лоуренс про это не писал? Посмотрим.
Может, по ним надо пройти в нужном порядке? Должен быть маршрут. Наверняка надо пройти по плитам в нужном порядке. Huh?
Это надолго? Тогда я сигару выкурю. Я стараюсь, Салли. Хоть глаз выколи. Посвети-ка. Сейчас. Ух ты. Старинную лабораторию. Салли, мне нужен свет. Сейчас. Лаборатория алхимика. Погоди-ка, ничего не напоминает? Да, жуткое логово Марлоу, если подумать. Салли, это лаборатория Джона Ди. Что, здесь? Во Франции? Он нашел нить, ведущую к крестоносцам, как и Лоуренс. Да! Эй, посмотри. Сабейское письмо. Что это за символы? Похоже на вычисление. Тут надпись на енохианском языке. Сможешь прочесть? Попытаюсь. Алтарь охраняет вход в преисподнюю. Он вызывал духов с помощью магии. Да, или за алтарем скрыт тайный проход. О, точно. Подсоби-ка. Но ты посмотри. Хитрый старый жук. Спасибо. Ну, пошли. Дай зажигалку. На. А, так-то лучше. Сколько можно? Когда ты уже начнешь носить при себе спички? Не понял. Ух ты. Хотели никого туда не пускать. Или оттуда. Ну-ка, помоги мне. Я держу. Вот так. Семейный склеп. Может, это твой Готфри тоже здесь? Если он что-то и знал про Атлантиду песков, он унес это в могилу. Значит, ищем могилу. Именно. Посмотрим. Похоже, он искал решение, но не закончил.
Что это? Древняя викторина? Впечатляет. Да. Ну как? В этих склепах его нет. Нет. Нет, его могила спрятана. Смотри внимательней.
Заманчиво. Осторожней. Лорд Готфри, полагаю. Он самый. Это оно. Вот, подержи. Ага. Это какой-то амулет. Тут надпись. Пойдешь по стопам Ланселота? Ага. Сабейское письмо. Это из древнего Йемена, да? Да. Там в 16 веке должен был оказаться Дрейк. Может, название города? 3000 лет назад. Нам нужен текст целиком, иначе все без толку. Надеюсь, другая часть в Сирии. Может, Катер и Хлои ее найдут. Я бы не советовал. Черт. Превосходно, господа. Харрис, забери у мистера Дрейка артефакт. Да, Харрис, попробуй. Стоит ли из-за этого умирать? Ваш друг так не думает. Отдай, Нейт. Что это? Господи, что за черт? Стой на свету! Забери, живо! Сдается мне, ваш факел гаснет. Желаю удачи. Ну и мерзавец. Согласен. Пошли. Надо скорее выбираться. Держись рядом. Черт, факел гаснет! Нужно выбираться. Стой, туда. Давай, ну. Помоги. Вот, давай. Они повсюду. Дали, проклятие. Дали, шевелись, живо. Эй, давай. Салли, быстрей! Они повсюду! Салли, проклятие! Салли, шевелись! Живо! Эй, давай! Боже, с потолка лезут! Давай, беги! Ты чего, шустрые твари? Давай, беги!
До чего шустрые твари! Давай, беги! До чего шустрые твари! Все, порядок. Моя очередь. Повернись. Все путем. Ты живой? Да, вроде да. Туда мы больше не пойдем. О, да, я поддерживаю. Так. Надо уносить ноги. Так, поищу способ перебраться. Ну. Так, надо уносить ноги. Нет, дохлый номер. Так, нам надо туда, вниз. А, класс. Поищу способ перебраться. Осторожно. Есть. Вот черт. Берегись, все рушится. Да знаю, знаю. Как и задумано. Теперь бы еще спуститься. Что они там делают? Сожжем все дотла! Господи! Салли, надо уходить! Сжигайте! Черт, плохо дело. Попались! Грохни, Салли! Господи. Черт! Держись, Салли! Все, мы их сделали!
закружилась! Я прикрою! Быстрей! Сажу! Давай! Черт подери! Бесполезно! Тупик! Должен же быть выход! Пошли. Надо уходить отсюда. Ты голова. Прицел, Нейт. Порядок. Встретимся на той стороне. Класс. Уже иду. Осторожно. Выход рядом. Давай к двери! Вижу дверь. О, нет, нет. Ты как? Давай, давай. Черт, черт. Салли, я застрял. Помоги. Это они. Спасибо. Пошли.
Спасибо. Сюда, наверх! Давай, Нейт, вперед! Салли! Салли, держись! Я соскальзываю! Я иду! Так, я держу! Держу, давай! Боже, спасибо! Давай! Лезь наверх! Давай, Нейт! Чего не вижу? Это они! Тут лестница! Сюда! Давай, Салли! Держись! О, черт! Вперед! Берегись, Нейт! О, господи! Башня сейчас развалится! Беги! Беги! Беги, Салли! О, черт! Давай! Ну и ну, еле ушли. Ты как?
О, да, я огурцом. Давай. Сейчас. Подожди. Вечно ты забываешь, что я старше на четверть века. Да брось, Салли, ты силен как бык. Куда торопиться? Они думают, мы сгорели. Фух. Ну да, почти. Признаюсь, я запамятовал. Какого хрена мы в это ввязались? Нет, нет, нет. Не надо опять рассказывать, как ты стар. Пощади меня. Эти люди не признают поражения. И что? Предлагаешь поднять лапки кверху? Не надо. Этого я не говорил. Тогда не делай вид, что готов лечь и сдохнуть. Слушай, парень. Я прикрывал тебе спину 20 лет. Я никуда не денусь. Ясно же. Я просто хочу знать, что мы не зря все это делаем. Тобой движет уязвленная гордость. Ты теряешь страх. Это не моя школа. Это плохо кончится. А, черт! Причем для всех. Господи! Что? Катер и Хлоя. Если следили за нами... Черт, за ними наверняка тоже. Надо предупредить. Да, и скорее в Сирию. Надеюсь, ты помнишь, где машина? Я ничего не соображаю. Черт, обоим не могу дозвониться. Что-то тут не так. Скоро замок откроется. Через несколько часов начнут подъезжать автобусы. Тогда поспешим. Цепь срезана. Ну, теперь ясно, что мы тут не первые. Пока Марлоу и Толбот считают нас мертвыми, можно застать их врасплох. Надо действовать. Значит, прокрадемся и выясним, где держат Хлою и Катера. Если они живы. Не будь пессимистом. Я реалист. Эти люди не похожи на тех, кто берет пленных. Давай пока будем думать о хорошем, ладно? Спасаем Катера с Хлоей и потихоньку удираем. Ну да, потихоньку. Все возможно. Угу. Здесь мы не пройдем. Заперто. Сюда. Ты загляни. Я подожду. Жди тут. Салли, все чисто. Залезай. Помоги открыть. Эй, эй, эй! Мы же не знаем, что по ту сторону. Я перелезу. Проверю, что там. Ладно. Эй! Ты цел? Да. Не хватало. Кто там? Попался! Держите его на прицеле! Берегись!
Нет, нет, нет! Черт! Давай, чисто. Где тебя носило? Да так. Ну-ка, помоги. Давай, сюда. Надо спешить. Салли, сюда. Отойди. Заперто. Опять. Так. О, посмотри. Опускай. Есть там что? Подожди. Я посмотрю. Кто там?
сюда! Я отстрелю замок. Да что ж такое? Салли, помоги! Тут полно агентов. Волнуюсь я за Хлою и Каттера. Где они могут быть? Почему вы не во Франции? Вас спасаем. От чего? Боялись, вас поймали. Или хуже. Но почему? Ну, Толбот подкараулил нас в замке. Он ждал нас. Мы думали, что и вас выследили. Ну, они тут, рядом. Ну, ясное дело. Так что лучше не привлекать внимание. Что у вас случилось? Мы сутки не можем с вами связаться. О, забыл денег на телефон кинуть. У тебя авансовый тариф? Ну да, контракты — это же грабеж. Что, мой сломался? Опять? Ладно. Проехали. Ты не представляешь, что мы нашли. Тут все записано. У Элизабет в Сирии не просто шпионы. Все эти люди – члены некоего герметического тайного общества. Британская оккультная служба, Школа Ночи, Клуб Адского Огня, Орден Золотой Зари – все они связаны. Так Джон Ди? И Фрэнсис Уолсингем, и Уолтер Релли, и даже твой Дрейк – они все оттуда. Их интересовала власть. Контроль над врагами посредством шпионажа, обмана, страха. Эй, парни! Так, так, погоди. Так Марлоу и ее люди? Все тот же тайный орден. Ему уже 4 века. Сейчас есть дела поважнее. Да, надо уходить отсюда. Да, да. Вот, смотри. Quod est superius. Est sicut quod est inferius. Что наверху, то и внизу. И это ключ ко всему. Нам надо на самый верх этого замка. Ха, вот и лестница. Отлично. Это поможет нам найти путь в гробницу. Вход наверняка где-то здесь. Самая высокая башня. Значит, надо просто перейти. Берегись. А, черт, проклятие. Ложись. Что теперь? Это единственный путь к башне. Ну-ну. Вообще-то собирались по-тихому. И что? Нельзя отступать. Да, цель близка. Попробуем обойти их. Они здесь. Надо только найти их. Пусть Каттер только попадется. А те двое? На том свете. Толбот прикончил их во Франции. Нет! Готов! Six, five.
Что это? Тебе крышка, приятель! Берегитесь! Нет! Подножие башни есть вход. Идем наверх, посмотрим, что там. Ну вот, ворота. Чарли, поможешь? Ну что? Ага, чисто. Есть! Все, опускай. Пошли, за мной. Наверх. Ah!
Thank you.
Охренеть! Сюда, наверх. Сюда. Эй, прикрывайте нас. Только побыстрей, ладно? Мы тут как на ладони. Вот, глянь, видишь? Что наверху, то и внизу. Да, мы там, где надо. Да, но что дальше-то? Наверняка вход в гробницу спрятан где-то на виду. Погоди-ка. Вот, смотри. На карте Дрейка тот же символ. А рядом, вот. Малая медведица, полярная звезда. Неподвижная точка на небе. Значит, если идти к замку... Она и укажет на тайный ход. Дай-ка. Да. Только верни. Смотри в телескоп. Да, да. Слушай, отдавай телескоп. Я сам найду. Он мне нужен. Значит, ищем полярную звезду. Найти ковш малой медведицы. Полярная звезда самая яркая, на хвосте. Найти ковш малой медведицы. Полярная звезда самая яркая, на хвосте.
Я нашел. Так, а теперь ищем вход. Должен быть прямо под полярной звездой. Вон там. Подумать только, на самом виду. Ребят! Эй, минутку! Неужели все так просто? Нейт! Берегись! Ложись! Бегите! А, черт! Ну давайте, шевелитесь! Господи! Они что, совсем больные? Они тут все разнесут! Вперед! Вон там трос! Можно по нему съехать! Только придется сначала этих заткнуть! Подайте винтовку, кто-нибудь! Дайте винтовку, кто-нибудь! Бери пушку и стреляй! Подайте винтовку, кто-нибудь! Оберегись! Подайте винтовку, кто-нибудь! Оберегись! Чую я, после них тут камня на камне не останется. Никак не сдается! Вот так. Останется. Никак не сдаются. Подайте винтовку, кто-нибудь! После них тут камня на камне не останется. Никак не сдаются. Надо уходить, скорей! Готовы? Поехали! Есть! Все чисто! На трос! Ну, давай, Нейт, давай! Беги!
Пошли! Ну, ну! Где они? Эй, эй! Мы здесь! Все нормально? Ага. Поищем обходной путь. Ждите. Осторожно. Черт! Эй, эй, смотри! Они перелезли. Это башня. Через стену. А Салли и Хлоя? Не парься! Смотри, смотри, смотри! Вон она! Нам надо туда! Нет, лучше не... Ну куда он? Класс! Лучше не шуметь. Держаться вместе! Найти их! Внизу! Черт! Граната! Выбьем его оттуда! Нет, нет, нет! Попался. Найдите!
Давай, сюда. Ладно. О. Это... Да, о. Было бы слишком просто. Стоп, стоп, стоп. Здесь же не всегда была кладовая. Нет, 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 нет. Мы что-то проглядели. Эй, постой, постой. Статуи, видишь? Рука вверх, другая вниз. Да. Смотри, наверху, внизу. Повторяется одна и та же тема. Значит, придется искать дальше? Ну да, похоже на то. Дай-ка телескоп. Держи. Спасибо. Эй, опять этот символ. Может, в этот раз не на небе, а где-то внизу? Значит, разгадка связана с самим замком. Какая-то эмблема или символ? Это что-то внутри самого замка. Какая-то эмблема или символ? Стоп. Вон там. Ага. Что внизу, то наверху. Да. Хорошо. Теперь подними телескоп вверх. Что видишь? А, колонны. Похоже, они. Ладно, пойдем туда и посмотрим. По пути захватим Салли и Хлою. Они вон там! Черт! Нас засекли! Чарли, нельзя здесь оставаться! Надо уходить! Ух, ни хрена себе! Это что было? Это Салли! Укрытие! Укрытие! Ах, глаз. О, черт! Берегись! Расправьтесь с ним! Нет.
Подстава. Круто, Салли! Черт! Нет! Круто, Салли!
Нет, нет! Нет! Полезная штука. Ничего, я справлюсь. Туда! От башни доберемся до колонн! Давай! Надо их нагнать! Руки, ноги на месте. Идем. Тут что-то есть. Рад, что вы целы. Мы тоже. Так, вот стена. Вход в подземелье. Где-то здесь. Ну, что об этом пишет Лоуренс? Ничего. Он его не нашел. И какие у нас шансы? Символически, путь лежит меж двух столпов. Да? И каких же? Путь. Куда именно? Ну, в иной мир. Священное место инициации. Звучит так заманчиво. Эй, может, за углом? Почему бы нет?
Нет. Стой. Дай сюда. Хорошо. Теперь дневник. Спасибо. Не верь Дрейку. Где носит Чарли? Кто знает. Нет, нет, нет! Черт! Он исчез. Куда он мог? Эй, Чарли, ты цел? А? Чарли? Что такое? Посмотри. Боже, это что еще за чертовщина? Будем надеяться, доза небольшая. Нет. Спокойно, смотри на меня, Чарли. Я здесь. Нам надо уходить отсюда. Нет, не трогай. Отвали от меня. Ладно, ладно. Никто тебя не тронет. Что на этом дротике? У тебя кожа облезает. Явно что-то галлюциногенное. Чарли, не волнуйся. Уйди. Вы меня не заберете. Никто тебя не заберет. Просто пойдем с нами, ладно? Да. Земля плавится. Надо скорее уходить отсюда. Куда? Придется найти вход в подземелье. И где искать будем? Чарли что-то нащупал, но я не знаю, что. Это жезл мага. Без его дневника мы точно ничего не найдем. Погодите. Старший аркан. Таро. Маг Гермес, по-гречески столб. Надо. Это надо. Семь столпов мудрости? Меж строгостью и милосердием. Стоп, все не так. Нет, не просвет между столпами. Да. Срединный столб. Равновесие. Что? Так у Чарли в дневнике. Столб равновесия двух путей. Между черным и белым. Огнем и водой. Да. Женским и мужским. Срединный путь. Срединный путь. Вот, Салли, помоги мне. Идем. Нет, 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 нет. Не бойся, Чарли. Пойдем. Да-да. Путь вверх и вниз один и тот же. Ага. Вот так. Сюда. Придется здесь протиснуться. Вы идите вперед. Я с Чарли. Ладно. Нет, нет. Нет. Идем, Чарли. Не бойся. Куда меня ведут? Не бойся, тут недалеко. Зачем я вам нужен? Ничего страшного. Не трогай меня! Все хорошо. Не бойся. Не бойся, Чарли. Все, мы вышли. Эй. Еще один лаз. Вы идите, я справлюсь. Давай, почти пришли. Боже, стены вокруг смыкаются. Они смыкаются. Нет, я не могу, не надо. Хватит, 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 хватит. Нечем, нечем дышать. Мне нечем дышать. Воздух, надо на воздух. Выпустите, выпустите, пустите меня, пустите. Не надо. Не надо, не надо, не надо. Вот и все. Нет,
Чарли, идем, осталось чуть-чуть. Не подходи! Хватит, Чарли! Картин! Я не трону тебя! Брось, это же я, Нейт! Хватит! Успокойся, я не хочу с тобой... Лучше не вынуждай меня! Я тебя не трону, ясно? Брось, это же я! Я тебя не трону! Брось, это же я! Я тебя не трону, ясно? Это же... Чарли, стой! Хватит! Чарли, кадр! Господи! Чарли! Он его убьет! Чарли! Чарли! Ты что? Отойди! Стой! Чарли, ты убьешь Нейта! Чарли, слушай меня! Ты убьешь Нейта! Чарли! Господи! Как ты? Дай помогу. Нормально. Вставай. Все нормально. Нейт. 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 Прости меня, дружище. Я... Вращайся. Погоди-ка. Ты что? Правда хотел пристрелить меня? Как бешеного пса? Да уж. Ну, еще попытка. Я иду первым. Вот ведь. За мной. Нет уж, я тебе спину не подставлю. После вас. Ха. Ну, класс. Приставишь мне дуло к затылку и начнешь вещать про кроликов. Мальчики, не ссорьтесь. Ладно тебе. Уже почти все. Ладно, надо идти. Нас будут искать. Глобус? По-моему, он должен вращаться. Это не просто гробница. Вся комната какой-то древний механизм. Где мой блокнот? Ты его сам Толботу отдал. Что? Да брось. И пушку тоже. Вот дерьмо. Надо придумать, как его повернуть. Смотри, канал. В них вроде вода должна быть. Нашел лестницу.
видите что-нибудь? Вроде их можно зажечь. Это какие-то проекции. Они отмечают места на глобусе. Зажжем остальные. Еще две. Эй! Это вода? Не уверен. О, нет. Скажи мне, что ты тоже их видишь. Еще как вижу. Главное не подпускать их. Да ну. Просто стой на свету. Ты что? Я попробую допрыгнуть до той жаровни. Чего? Расчищу путь, как перепрыгну. Если перепрыгнешь, псих. Надо пустить воду. Еще идеи? Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Ладно, возьми другой. О, нет! Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец. Там внизу еще одна жаровня. Сможешь добросить до нее факел? Если бросить туда факел, эту жаровню можно зажечь. Молодец. Чего это? Живей, Нейт! Они близко!
Они идут! Там еще одна жаровня. Сначала зажги жаровню, потом прыгнем. Метка. Нет. Иди потяни за тот рычаг. Попробуем. Вот так. Только не говори, что придется плыть. В чем дело, Чарли? О, котик боится воды. Я ненавижу мокнуть. Ну что ты как девчонка? Ладно, еще раз. Ладно, еще разок. Сработало. Он вертится. Теперь он должен повернуться. Вот, другое дело. Эй, по-моему, проекции должны совпасть с континентами. Давай, покрути. По-моему, проекции должны совпасть с континентами. Давай, покрути.
твари. Справился. Вот это да! Это, наверное, вход в склеп. Идем. Так. Так, ищем могилу рыцаря, типа той, что во Франции. Если я прав, там будет вторая половинка амулета. Это он? Да. Как тот во Франции. Обалдеть. Да, здорово. Давайте откроем. Вот и он. Что я говорил? Дай вторую половину. Ты знаешь, она... Она у Толбота. Что? Я же говорил, он напал на нас и забрал ее. А чего мы тогда корячились? Погоди. Доверься мне. Вот. Вот, видишь? Хм. А надпись целиком... Укажет нам путь в Йемене. Большое спасибо. Молодец. Да-да, конечно. Это я себе оставлю. Ладно, пора делать ноги. Ищите. Они наверняка... А, черт! Нас выследили! Надеюсь, тут есть другой выход. О, чувствую сквозняк. Сюда. Да, да, тут сквозняк. Может, это внешняя стена? Поддается. Чарли, помоги. Да. У нас мало времени. Давай, ну! Ура! Это я возьму, спасибо.
Бросьте оружие. Нет, это вряд ли. Что ж, вот дилемма. Силы вроде бы равны. Ну, пока не подоспели мои люди. Подождем. О, нет. Парни? Чарли. Ах, чтоб тебя. Что ж, это меняет дело, господа. Бросьте оружие. Пошел ты. Катер, стреляй. Нет. Стой. Мы поняли. Так? Вот так-то лучше. Стреляй. Ах ты, ублюдок. Катер, стреляй. Как скажешь. Идите! Живо к башне! Пошли, пошли! Бежим! О, нет! Живо к башне! Пошли, пошли! Патрон! Бежим! Слишком далеко. Что нам делать? Что нам делать? Чарли! Вот дерьмо! Недалеко же ты ушел. Дай сюда. Отвали. Ты ему ничем не поможешь. Я не могу на это смотреть. О, Катер, ты подавал такие надежды. Ну да. Правда. Большие надежды. И вот, как грустно все обернулось. Ты меня предал. И вот что из этого вышло. Вот так распорядилась судьба. Черт, нет. Черт, черт. Нет. Нет. Скорее, уходим. Чарли. Ах, мать твою. Тихо, не дергайся. Моя нога. Не трогай. Она сломана. Без тебя знаю. Ты успокойся, Чарли. Дыши ровно. Нейт, посмотри. О, чертовщина. Все, пора уходить. Оставьте мне пушку. Убью их нахрен. Нет уж, мы тебя не бросим. Ну-ка, вставай. Я держу. Держишь? Прикрывайте. Давай. Пошли. Как это возможно? Я же всадил пулю в этот его сержантский жилетик. Вы видели? Ему нужен врач. Надо Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик. Вы видели? Ему нужен врач.
надо! Как это возможно? Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик. Вы видели? Ему нужен врач. О, нет! 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 Как это возможно? Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик. Вы видели? Ему нужен врач. Возможно! Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик! Вы видели? Ему нужен врач! Черт! Засада! Возможно! Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик! Вы видели? Нет! Нет! Как это возможно? Я же всадил пулю в этот его пижонский жилетик! Вы видели? Засада!